Минувшей неделе грузинский парламент единогласно проголосовал за вступление своей страны в НАТО. Согласитесь, это была непростая задача для России. Сделать так, чтобы страна Георгиевского трактата, край, воспетый лучшими русскими поэтами, земля, где похоронен Грибоедов и играл Давид Кипиани, чтобы родина Мимино и Софико Чаурери, чтобы Грузия захотела в НАТО. Надо было очень постараться, и мы постарались. Мы взрывали одного президента этой страны и делали порнофильм про другого. Мы оставляли людей этой страны без газа и электричества. Мы поддерживали ее сепаратистов и перекрывали границы для нормальных людей. Мы организовали в своей стране этнические чистки грузин. Мы гадили, провоцировали и унижали. И, наконец, добились почти невозможного. Крикнем же хором «Браво!» нашей политической элите, плюс персонально группе Ивановых и лично Путину. Они сделали все, что могли. Отморозили-таки палец на зло батьки до полной ампутации. Молодцы.